идея наша с ней появилась из великолепного фильма «Кин-дза-дза», снятия Георгием Данелием 86-го года. Ну, нам понравилось, мы посмотрели, вот, Ради Григорьевич, вот, вместе вот сидели, вот, предложил такую идею. Давайте, может, говорит, вот, ну, такой корабль построим. Ну, нам реально идея понравилась, вот, собрались с парнями, и вот наше руководство помогло, конечно, и Люстон Рустамович, и Артур Михайлович Ефимов. И вот вместе вот с парнями где-то вот в течение недели построили этот корабль.